Всем привет! Захожу на страничку к Алексу. Я вижу, что у него нервный срыв и депрессия. Я не хотел вызвать у него это. И он стал просто ненавидеть людей. Зачем? Не проще ли как-то улучшать свой продукт? Ты же занимаешься Linux. Ты хочешь сделать жизнь пользователей операционной системы Linux более удобной, комфортной. Почему ты ненавидишь людей? Вот видите, он здесь гадости написал. Ну зачем? Вот. Я хотел бы сейчас вам продемонстрировать одно из видео Алекса. Алекс снял видео и наложил туда новые звуковые эффекты. Сейчас я вам покажу, и вы зацените. И как утверждает Алекс, это самая крутая операционная система отечественная на ядре Linux. Самые крутые инновации, там, к примеру, он придумал Queen, придумал там то, чтобы был GNOME 2, и прикиньте, на нем в качестве Windows менеджера был Queen. То есть он взял из KDE Queen, запхнул туда в GNOME 2, устаревший, который больше не поддерживается. То есть он с GNOME 2 создал KDE. Это реально, нереально круто, ребята, не смейтесь. Итак, приступим. Алекс представил новое видео с супер новейшим дистрибутивом Alex Linux GNOME 2 EFI. Сопровождающие звуки просто докажут, что данный дистрибутив — это самое лучшее, что было в мире Linux. Я уже не говорю о оконном менеджере Queen, который в его дистрибутиве главный, да? Ну, а сама оболочка GNOME 2. Ну так, начнем слушать. Браво изначально Алексу, он очень классный чувак. Я уже показывал, тут снизу комментарии Алекс описывает вообще все планы по разработке. Оконный менеджер долбоебы. Так, ху какие-то, хуй, ну вы поняли. То, что мы будем видеть в новой сборке, Алекс. Вот. Вот, допустим, вот тебе могу посоветовать лучше говном питаться. Это для пользователей тоже инновации. Звуковое сопровождение просто, как вам сказать, оно нормальное. Просто это для того, чтобы увеличить популяцию лосей. Вот так. Даже кошка моя, слышите, кричит. Лоси — это совсем не то, что тебе нужно, Муся. Спасибо за внимание. Всем рекомендую Alex Linux. Вот так. Всего хорошего.